соответственно, качество должно выйти на первое место. Ну и без такого общественного контроля, его сопровождения, я не хочу перекладывать на кого-то ответственность, но я искренне думаю, что без вас, без вашей поддержки и сопровождения не обойтись. Ну и, конечно, очень надеемся, что когда будет подготовлен весь этот список, подготовлены сметы, очень надеюсь, что зайдут и будут участвовать в конкурсе на проведение этих ремонтных работ строительных, самые ответственные подрядные организации дорожников, которые есть в Красноярском крае.